практически будет закрывать упражнение. Да, да, конечно, он начинал. На параллельный брусья. А что Пэрвис? Бронзовый призер, напомню, прошлого чемпионата. Обратите, да, обратите внимание, как Европа поднялась английская или британская, не, британская гимнастика. Конечно, это прежде всего в связи с Олимпиадой, проводимой в их стране. И она не может резко остановиться. Просто хороший, такой заметный, значительный, качественный подъем гимнастики Великобритании. Да и немцы, насколько они подтянулись, ну, в последние... Немцы, они всегда тоже такие все-таки... Помните, мы с вами Фабиана Хамбюхена видели, ну, еще на Кубках будет... мира. На Кубках мира вообще старичок, не был. Старичок, да. А сейчас уже ветеран заслуженный. Ветераны, заслуженные и уважаемые. Опа! Ну, вот надо, это навертел. Два звеня. Два звеня в полугруппировке. Да, и, ну, полугруппировка. Она такая группировка. Рваная это называется. Да, не да. знаю, как назвать. Да. Ну, все такая техника исполнения. Но сразу невооруженным глазом видно, что был сложный соскок. И вы, уважаемые зрители, тоже должны видеть. Не просто ровненько он два сальта назад, а еще в каждом сальто еще по повороту вокруг вертикальной оси. Это все очень сложно. Чуть-чуть наши режиссеры, они здесь заиграли повторы. Клаудио Капелли, который, наверное, был в меньшей степени интересен, поскольку только что отвыступал Никита Игнатьев в упражнениях на коне Махе. Надеемся, что покажет. Если не покажет, мы, безусловно, вам оценку дадим. Он закончил. Единственное, что, ну, вот не всегда у нас есть техническая возможность это дело показывать, поскольку, ну, по шести снарядам прыгать эта реакция нужна совершенно человеческая. Гимнастика очень сложная. Ладно, оценку мы вам объявим. Сразу скажу, что он выступил без... Очевидно, да. Вот это уже приятно. Без заметных ошибок это уже хорошо. А мы с вами будем видеть меня так, да? Да, да, да. И все поболеем еще раз за него. Ну, пусть так уж много мы внимания своим гостям уделим.